Судьбы народов, как и судьбы людей, не повторяют одна другую. Но есть нечто общее, что при всех различиях языков, мировоззрений, культур объединяет нас в род человеческий. У Кремлевской стены, у могилы неизвестного солдата, люди земли отдают поклон подвигу и жертвам народа страны Советов. Здесь чтут память 20 миллионов советских людей, отдавших свою жизнь во имя спасения мира от фашизма.